меня не приняли. И было написано, его хриплый голос отдается огнивающим Западом. Он с детства увлекался рисованием. Любовь к музыке появилась лишь в старших классах школы. Да так и осталось. Мне 78 лет, и пока я пою стоя. 80 уже, наверное, буду петь сидя. А дальше посмотрим. Если не смогу сидеть, буду петь лежа. Песня «Судьба и жизнь» Вахтанга Кикабидзе. О детских годах, первых шагах на эстраде и кинематографе. И смысле жизни от грузинского маэстро. В этом экспромте. А чего мне... Поется, говорится в песне. От того, что я очень люблю синее небо Тбилиси, его горы, солнце. Когда мне на душе хорошо, я пою. Когда плохо, все равно пою. Я был плохой мальчик. Очень долго в школе учился, 14 лет. Первый раз оставили в третьем классе, потом в шестом, потом в восьмом. Мама все время плакала, отца не было, отец на фронте погиб. А моя наставница ее успокаивала, говорит, он же будет артистом, ты не переживай. Петь я начал поздно, потому что мы на улице росли просто, пацаны. Мама была у меня хорошая певица, очень. Она 44 года пела в церкви, кафедральной нашей, центральной. Говорят, отец тоже очень хорошо пел, журналистом. Но пацаны забирались, у одного друга был такой большой старинный дом с подъездом, и там акустика была. Ну, как все мальчики, гитара, там, ля-ля-ля. Ну и там старшее поколение тоже появлялось. У них свои друзья были, у нас свои. И один меня потащил к себе в институт, медицинский, там у него самодеятельность была. Я начал петь в институтах, в вузах. Перепел во всех, кроме ветеринарного. Ветеринарном не было самодеятельного института. И первый раз я там увидел микрофон. Квадратный, большой, и у меня что-то там... перевернулась в голове, я все время думал об этом микрофоне, как бы попеть. Ну, понравился мне, что там звук идет. И один мой друг, потом он был послом в Англии много лет, очень известный такой человек, хороший пианист был, джазовый. Он из Москвы переехал в Тбилиси, и его сразу на третий курс посадили, он англоязычный был. И он там сделал бенд. И он меня попросил, у меня, говорит, выпускной вечер, в смысле, курс закончили. И они дают концерт, говорит, мы даем, а одни, говорит, девочки поют. Может, говорит, чего-нибудь споешь? Ну, один мой товарищ мне костюм одолжил, он был ниже меня, мне даже брюки выпустили, потому что короткие были. Я там спел, и был ректор на этом концерте, ректор института. Он говорит, что у нас учится, что ли? Я говорю, нигде не учится, говорит, работает на стройке, тогда я на стройке работал. А нельзя, говорит, чтобы он не хочет учиться. Вот, хочет, но не может. Мы, говорит, дадим педагога, пусть готовится весь год, весь все лето, и потом, говорит, возьмем, после по блату брали. Из-за пения. Дали мне педагога, она сказала, что будет очень быстро схватывается язык. И первый экзамен, 38 градусов, да, жары, я помню, август месяц, первый экзамен по истории. Я пришел и сидит этот,
кто должен принимать экзамен с красным носом, с похмелья. Так, и одни девочки. Я когда вошел, мне ноги подкосились, ни одного пацана не было. Одни девочки сидят, и что-то по-английски между собой говорят. И он, видно, понял, что у меня проблема. И говорит, идите сюда, как ваша фамилия? А вдруг не знает. Я говорю, Гигабидзе. Иди, говорит, мне принеси 3 бутылки холодного пива через 2 часа, он сказал. Сдал? Сдал. Сколько? Ну, 5. Давай конспект. Горю. Нету, ребятам отдал, он читает. Я прихожу, и уже последняя девочка уходит. Он так одну бутылку с горла выпил, плохо было. И, наверное, и голодный был. И извинился, я, говорит, вчера, говорит, был, друга, говорит, день рождения было, там, говорит, сидели, пили, все. Я говорю, я тоже был на одном дне рождения. А какое, говорит, было меню? Что, говорит, было? Я говорю, вот это, то, то, то. А поросенок, говорит, жареный был, он голодный. Я говорю, да. Он говорит, с хреном? А я тогда знал, что хрен плохое слово, почему-то я. Я говорю, ну, наверное, перед тем, как принесли, я говорю, а его отрезали. А поросенка прикажете с хреном? Че, брат, как можно? Мы же культурно отдыхаем. Какой хрен? Хрен отрезать поросенка на стол. Он начал смеяться, почему-то я не понял. И говорит, 4, говорит, тебе достаточно, да? Я говорю, и все, и взяли меня. С первого же дня меня начали таскать на репетиции, и я не попадал на учебу. Как раз в то время я провелся в филармонии. Я почему-то был уверен, что если я приду в филармонию, они должны от радости умереть все. Но до того, пока я пошел проверяться, я сказал, что я бросаю институт и со второго курса ушел. А там меня не приняли. И было написано, его хриплый голос отдается огнивающим западом. Албат симхера, туда манахлес, ода мецмхэри. Чи то горито, чи то маргарито, да. Чи то горито, чи то маргарито, да. Для меня это было смерть. Я институт потерял, эстрада меня не взяла. И сижу дома, такая трагедия, и вдруг раздался звонок. Тогда на этих комиссиях сидели администраторы тоже, как и волки старые. И я, говорит, вот такой-то я, вы, говорит, я был, когда вас, говорит, там проверяли в филармонии. Если, говорит, вы поменяете фамилию, чтобы дирекция не узнала, я, говорит, через 5 дней еду на гастроли с группой. Везу, говорит, группу, я вас возьму. Мама сказала, возьми, говорит, мою фамилию. А мама у меня княжна Багратионе. Это династия Багратионов царствовала до 9 века в Грузии. Я въехал первый раз за пределы Грузии в Ростов-на-Дону, и там была статья обо мне в газете. Вот это единственная статья, где меня ругали. В конце, говорит, концерта вышел худой молодой человек и начал орать с хриплым голосом в микрофон. Вот это у меня спрятано, эта газета. Мама была в гостях в одном доме, очень известном таком грузинском доме, и напротив сидел какой-то молодой человек в очках, очень большим минусом. Это, говорит, была весна, уже, говорит, зелень появилась на столе, там, и зеленый перец. И он, говорит, все время старался поухаживать за мной. Ну, тогда как ухаживать? Он подавал ей что-то там. Ну, вот это. Она, я, говорит, не обращала, у него красивая была мамуся. И он, говорит, сказал, что мне сделать, чтобы, говорит, на меня внимание обратили. А я, говорит, пошутила, вот 5 перцев, говорит, если сидите. Он взял, говорит, все 5 штук вместе и начал жевать. Ему стало плохо, вызвали скорую. В общем, он уже задыхался. И его откачали. Ну. А когда город-то маленький, когда мама вернулась домой, дедушка уже все знал. И он ее спросил, уже раз ее заработала, что кто, говорит, там за тобой уходит? Ну, какой-то, говорит, журналист Кикабидзе. Ты, говорит, до него дотронулась. Ну, когда, говорит, ему плохо стало, я, говорит, салфетку, примочку сделала, говорит, и это, клала на ему. Раз, говорит, тот, ты до него дотронулась, ты до него должна выйти замуж. Это Афганистан. В общем, вот так они, очень тяжело мы жили. Сыновья всегда думают, что папа все знает.
А мама иногда к нам приходила домой, когда пацан маленький был совсем, помогать якобы жене. И я как-то пришел домой, и я вижу, она в ванной комнате, маленькая ванночка, что-то стирает, помогает. Белую сорочку и черную одновременно, и белая портится. А там в лоджии сидел с ним и что-то там у него уроки делал. И он мне сказал, папа говорит, вот как лопата по-грузински. Я вдруг понял, что я тоже не знаю, потом два названия есть. Одна лопата, а другая вот это что, когда сеет там что-то. И я говорю, как же не стыдно, я говорю, бабушка Манана здесь, ты меня спрашиваешь, я на кухне слинял. Мы друг друга не видим. Мама читающая была, она что-то расставила, цицеревала на изусть, она была такая аристократка. И он говорит, бабушка Манана, а как это лопата по-грузински? Думаю, ну, наконец я тоже узнаю. И ну, пауза такая, аж у меня холодный пот у меня появился. Так, и я чувствую, что она все время грузины, литература, писатели. И вдруг оттуда ее голос доносится. Кока, Константин его зовут, мальчик. Баграционе, говорит, не обязаны знать, как называется лопата по-грузински. Мол, это не наше дело. Я начал сниматься. Первый фильм был «Встреча в горах». Вот не повезло человеку. Полюбил хорошую девушку. А у нее в роду все сумасшедшее. Иди ты, папочка. Я его все равно найду. Я из него всю душу вытрясу. Собаченька, пушистенька. Ну что ты? Ну что ты? Ты хороший, я хороший. И не будем кусаться, не будем. А нам не страшен серый волк. Ну, со звездами было это нашими, но это музыкальная комедия была. Меня, наверное, позвали на эту вторую главную роль, потому что меня уже студенты знали как певца. Тогда я вас буду ждать. Грузин. В 7 часов. Товарищ. В вестибюле. Гостиницы Россия. Пусть подругу возьмет. Подругу. До встречи. Слушайте меня, дадите наконец поговорить или нет? Слушай, что ты на меня кричишь? Я здесь живу! А я по-вашему здесь не живу! А ты что на меня сердился? Сердился! А я на тебя 3 раза больше сердился! Ну что? Что? А я подумал, что раз меня снимают, уже там очередь будет стоять сценаристов. И все равно 4 года, потом никто никуда не звал, нет. И потом вдруг раздался телефонный звонок из Москвы, сказали, что это из группы Данелия. Данелия, я слышал, что какой-то грузин есть режиссер, который снимал «Путь к причалу», «Сережа», там такие фильмы интересные, да. И назначили встречу в гостинице, где это, в гостинице люди жили, в воскресенье. Было видно, они на первом этаже взяли комнаты, там они базировались. Я пришел и... Сейчас он очень смешно рассказывает, когда меня увидел в первый раз. Он говорит, еще говорит, молодой, какой-то молодой парень, говорит, драный в джинсах, сигаретой в зубах, все время говорит, курил, что-то такое. А у него по сценарию этот главный герой был. Толстый, потеющий, рыжий, пьющий мужик. Абсолютно не совпадало ничего. Но у нас была такая очень одна из лучших актрис старшего поколения, Верику Анджаприд, мама Софику Джаурели. Она, Кайса, меня рекомендовала. А Кайса, у них вся группа готова, у них уже бухгалтерия работает, а главного героя нет. И они уже в минус ушли. И он в плохом настроении был. И он говорит, закричите. Здесь 9:30 утра. Я говорю, я не могу, люди спят. Я говорю, как я могу кричать? Сценарий, ну мы вам позвоним, и все. Я думаю, прочел сценарий, стало очень-очень хороший сценарий. Обидно стало, думаю, вот не мое дело, наверное, это все. Мы говорим, вам день прошел, 2, 3, никто не звонит, и на 5-й день раздался телефонный звонок.
У него все родственники жили в Тбилиси, он редко приезжал вообще. Он говорит, это Данили. Я говорю, да, очень приятно. Вы, говорит, вечером что делаете? Я говорю, а что, да, я поздно прихожу. Я говорю, да, мы в 9. А к 9, говорит, если я за вами заеду, вы, говорит, к моим родственникам поедете, к тете на ужин. Я говорю, поеду. И приехали мы туда. На второй день поехали к дяде. На третий день там двоюродному брату. И я понял, что это мои пробы. Он все время за мной наблюдал. Потом я сказал, Георгий Николаевич, я говорю, давайте что-нибудь снимите. Я говорю, я понимаю, что да, ну кино не понравится, я пойму, что, ну, значит, я не подхожу. Потом через два дня, говорит, я улетаю. Они назначили очень серьезную сцену сватовства. И я уехал. Через три дня я о них забыл, потому что там ламовые концерты идут в Стамбуле, ломаем все, огромные театры. Концерты идут сумасшедшие, и вдруг вечером после концерта приходит, а там телеграмма лежит, срочно явится Кикабидзе в советское представительство. Я подумал, что дома что-то произошло. Я прибежал туда, а там лежит телеграмма директора Мосфильма, тогда был Познер, отец вот этого Владимира Познера. Поздравляем артиста Кикабидзе, утверждение в главной фойле в фильме «Нигави». Когда я приехал, меня встречает какой-то человек, улыбается, такой машет рукой, думаю, на кого он похож? А я говорю, на Гию Танеля похож. Я его улыбаюсь, не видел, он мрачный был. Это было уже аж 40 лет прошло с тех пор. Вот с этого дня, когда Каплер пел кинопанораму, и дома мы пьем чай, смотрим, и Каплер выступает кинопанораму. Меня, говорю, все время спрашивают, как стать киноактером? Я говорю, не знаю, но вот... Был такой, говорит, молодой человек и Кабидзе, который сегодня, говорит, у всех на устах, потому что его взяли в одной фильм, потом в другой. Сейчас, говорит, он уже выбирает, отказывается еще. И вот так попал. У меня была цель, просто я не мог представить, что это может произойти. Это эстрада. Когда меня сейчас спрашивают, что вы больше любите кино или эстраду, все равно эстраду, потому что я чувствую, что это мое дело. Вот так и было. Я пою и чувствую, что постепенно подкрадывается старость. Вспоминаю свое детство. Становится очень грустно. Но я все равно пою. Эрамам хэрэц, утирозэца, самбахитн.